Приветствую всех на сайте нашего сервиса. Сегодня наш урок будет посвящен настройке и интеграции с системой Keytara. Итак, у нас есть предварительно домен, на котором установлена Keytara. Также хостинг, где уже установлена наша плака. Все конфиги взяты из прошлого видеоурока, ссылка на который будет под этим роликом. Перейдем в Keytara и создадим тестовый поток. В качестве редиректа укажем, например, сайт Гугла. Применим. И это будет наш единственный поток. Поэтому сделаем его перехватывающим. В вашем случае правила могут быть какими-то другими. Сохраним. Вернемся в компании. И копируем ссылку на этот поток. Проверим. Как мы видим, все работает верно. Теперь осталось перед тем, как трафик пойдет на Keytara, пропустить его через Клоаку, чтобы отфильтровать всех ботов. Для этого вернемся к нам на хостинг. Откроем файл нашей Клоаки. И в offer page пропишем полученные нами URL. Нажмем Save и нажмем ОК. Копируем название нашего домена и перейдем к нему. Как мы видим, мы попадаем на Google. Теперь давайте проверим, как будет выглядеть переход на White. Включим VPN. И еще разочек откроем наш сайт. Как вы видите, мы попадаем на White. При этом White находится на этом же домене. На этом интеграцию с Keytara можно считать законченной. Весь трафик будет отображаться у вас в статистике. И Клоака будет при этом полностью функционировать. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, можете обращаться по нашим контактам, мы всегда поможем и подскажем, как все верно настроить конкретно в вашем случае.